Дорогие друзья, всех приветствую, с вами на связи Нарбут Артем, команда Top Team. Хочу всех поздравить с успешным запуском проекта Интеркент. Сегодня у нас тот самый первый день, когда можно пополнять баланс и делать первые взносы. Как многие успели заметить, я принял активную позицию в плане развития проекта, считаю его достойным и очень интересным. У руля стоит Павел Павлюк, у него уже имеется свой туристический бизнес на Тенерифе, кто-то видел его в других сетевых компаниях, также он участвовал практически во всех фондах, изучал их, как они работают, что реализовано грамотно и с какими проблемами они сталкивались. И анализируя, скажем так, все эти моменты, было запущено им сообщество Интеркент. Давайте зайдем в раздел «Финансы». Как мы видим, проект работает в трех валютах, это рубль, доллар и евро. Нажимаем на кнопку «Вот». И видим, через какие платежные системы можно пополнить баланс в кабинете. Хочу заметить, что проект работает исключительно только с электронными платежными системами. То есть тут нет никаких банковских переводов, из-за которых, как мы помним, блокировали счета хранителей и фонды испытывали большие проблемы. От этого тут отказались, и проблем с блокировкой счетов хранителей тут не будет. Ну что, друзья, сейчас сделаю свой первый взнос, 8000 рублей. Через платежную систему AdvoCash. Нажимаю «Далее». Вот, сформировалась заявка. Копирую адрес рублевого кошелька и захожу в AdvoCash. Вот, кстати, я со Сбербанка перевел сюда 8000. Ну, тут сняли некоторую комиссию, но она, скажем так, не очень критичная. Далее захожу в перевод средств. Выбираем кошелек. В данном случае это рублевый. Вписываем сумму отправления и сюда вставляем номер счета, который скопировали из заявки на пополнение. Угу. Так, все верно. Скопируем номер запроса и мой логин. И нажимаем «Продолжить». Кстати, перевод между кошельками AdvoCash осуществляется без комиссии. Так, и нажимаем «Подтвердить». Все, как видим, деньги отправлены, захожу в кабинет проекта и в заявке подтверждаю перевод. Как хранитель их подтвердит у себя, они окажутся у меня на балансе в кабинете. Друзья, прошло где-то минут 15, и как видим, на балансе отображается переведенная сумма. Вписываем в это окошко и нажимаю «Сделать взнос». Так, система просит платежный пароль для подтверждения. Этот пароль можно выслать себе на почту, зайдя во вкладку «Профиль». У меня этот пароль есть, поэтому ввожу его сюда и нажимаю заветную кнопку «Сделать взнос». Все, взнос создан, все взносы работают под 0,8% в сутки и через 24 часа придет первое начисление. Друзья, скажу так, кто сейчас быстро сориентируется и примет решение активно действовать, об этом не должен пожалеть. Сегодня только первый день старта, а проект уже добротно начинает шуметь в интернете. Уже очень много крупных лидеров приняло решение здесь участвовать. Многие себя еще не афишируют, но совсем скоро вы о них уже все узнаете. Также будет промоушен от проекта и будет промоушен от нашей команды. Принимайте свое решение, как обычно, ссылка для регистрации и все мои контактные данные будут указаны под этим видео. Смело пишите, набирайте в скайпе, всем отличного настроения, будьте в нужное время и в нужном месте.